выходим из аэропорта на Мале. Кораблик за 10 руфий каждого. Прямо из аэропорта выходим и садимся. Покупаем билет и вперед. Ты всегда готов. Да? И пошли они искать гостиницу. Сколько, интересно, кругов мы сделаем, пока ее найдем. Какая-то смесь Бангкока и этого Вьетнама. Мишелина или как? А? Даже не больше 3 раз. Ну это да. Что, сосульки? Мы сейчас будем спать. Мыться. Сначала мыться. Спать потом. Я, в принципе, выспалась. Они говорят, что больше не знаю, что это понравилось больше туда. Уже выписались, а теперь сидим. Нужнее там и церкви. Поебаем, потому что в номерах не ловил. Ты там уже проводил. Это пак. Алло. Утром проснулся, думал, что уже чекаут, посмотрел на часы, прибежал будить жену, она говорит, что не 4 часа, а 2 часа разница, поэтому у нас 2 часа в запасе есть. Отправились погулять, налюбовались на рыбок, спинорогов. Да, это вы позавтракали? Да, позавтракали, отлично. Фрукты вкусные. Вот, все хорошо. У нас опять чувак не схапал, не захапал, который нам вчера... Чувак нам приставал вчера. Это... Гидом хотел у нас поработать. Мы фрукты покупаем, а он их всех толкает в бачок, типа давайте побольше цену и мне долю. Да. Хитрый. Я ему дал 20 руфий, чтобы он отвалил. Он сказал, что мало. Я сказал, ну ладно, тогда не надо. Иди так. Он сказал, что на 20 руфий можно только кофе попить. А такая экскурсия у нас стоит что-то очень дорого. Да, я сказал, так я не заказывал экскурсию. Он такой, жаль. Я сказал, ну так что, может 20 рублей? Он сказал, нет, гордо. И отвалил. Мы сидим и отдыхаем. Отдых идет, да. Привет маме, бабушке Ирине Яновне, Асе собачке, всем соседям. И всем, кто меня знает. И не знает. Я возьму деньги. У нас еще есть несколько часов перед тем, как мы плывем. Я вообще-то снимаю, чего вы встали? Не знаю, папа как встал. А вот там дядя Смирнов, он смотрит на них как-то странно. Мы уже из отеля выфигались. Теперь тратим время, идем в супермаркет. Вот соседний остров с аэропортом. Вот там, вдали. Достаточно развито судоходство. Ага. Корабли туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Снуют. Если сам тебя не снимешь, тебя никто не снимет, так что на фоне красивых яхт. А вот тут так красивенько. А на самом деле вот там типа все заставлено этими их моторбайками. Просто все, тут они везде и всюду, и вообще ужас. В общем, вот так. Я понимаю, главное, площадь, тут флаг висит, даже цветочки, пальмочки с кокосиками. В общем, вот, да. Топаем на рынок. И машины, и байки. И все в одной куче. Они вот это были. Тут были большие. Нет. Красивые. А это большие. Нет, там был больше красивый. Машут туристы нам, да. Вот опять маленькая улочка, а по ней едут байки и машины. И все, что можно, избивают непутевых туристов. Единственная крупная улица с пешеходным тротуаром даже. Первый приличный машин в этом городе. Когда папа предложил маме посидеть под кустом. Фу. Пирог. Фу.
Ничего себе там людей. Птичка киви. Искупались и пошли. Слушай, такая прикольная. Это вообще. На Мальдивах подводная охота запрещена, поэтому мы не брали с собой ружья. Но охотничий дух требовал своего проявления, и насмотревшись фильмов о подводной охоте местных с помощью гавайки, я взял с собой слинг. Если его отнимут на таможне, его не жалко. В конце концов, можно сделать острогу из подходящей палки. Да уж, слинг оказался полным фуфлом. Я не представляю, как с помощью такого снаряжения можно брать рыбу. Поделившись своим огорчением с нашим гидом Сидом, я услышал от него: «Как? Да вы охотники? А у меня есть ружье. Так тащи его сюда, будем брать рыбу. Подходят достаточно большие тунцы. Все, на днях ружье у вас будет». На этом и договорились. Уходим в море. Абсолютно безопасно и спокойно, и мы даже перестали закрывать наши номера на ключ. Но одна неприятность все же случилась. Найденные мною и Яной две огромные раковины рог тритона, одна сантиметров 40, другая чуть поменьше, незаметно и по-хитрому, с особыми предосторожностями, были доставлены на борт, а потом спрятаны на соседнем участке под листьями. Каково же было мое расстройство, когда утром на следующий день я увидел, что женщины убирают листву. Тут были раковины. Да вон там лежат какие-то. Нет, это маленькие, а было две больших. Не видели. Женщины демонстративно стали копаться в куче листвы. Ты пока одеваешься, можешь на спине потихоньку отходить. Похоже, здесь будет интересно. А вон там еще одна стоит. Ну, как он, знаешь, вот привет на вот, когда вот он здоровый, как шар, понимаешь, тем не менее, в правильном положении тоже может начать на обратно. Спокойно, пожалуйста. Да,
Вот это я не знаю, вот начинаешь много движения, но 770 раз плотнее его. Ой, 20 раз плотнее его, 770 раз плотнее. А там на что? Нервы сдаст у кого? Я снимаю мёртвых. Дуэль. Кто быстрее нервы сдаст у кого? Возвращаемся домой. Пришли на Манта Пойнт. Будем наблюдать больших мант. Горит красный огонек. В каком месте должен быть?
последний в акваланге. Идем на завтрак. По нашему 4 часа утра. Солнце только встает. А потом на кораблик. Good morning. Потом на кораблик и нырять. Та-дам! Яна, тебя кушают комары. Зарядку она делает. Яна, ты уже сделала зарядку? Иди, заходи. Алёш, заходи, я хочу, чтобы все зашли красиво на завтрак. Красиво заходи. Чем еще можно заниматься в 4 утра? Все на завтрак. В ожидании завтрака. А также здесь же проходит ожидание обеда и ужина. Здесь наш стол. А там кухонка. Мы туда вчера заходили за водой. Алёша был в шоке. Он говорит, ой, тараканы. Но это были не тараканы, это были просто большие муравьи. Выход из гостиницы. Вот там в конце свет в туннеле – это море. Вот их местная мечеть. А этот свет в туннеле – это Яна. А это Яна стоит на фоне мечети. В середине острова, куда ни пойдешь, везде море. День обещает быть жарким, как, впрочем, и всегда. Поэтому утро нужно начать с неги. А вот и солнышко встало, мы опоздали немножко на рассвет. Идем обратно. И вот там, вот где черная фигурка, это уже другой конец острова с морем. Ждем завтрак. Все еще ждем завтрак. Встало солнце высоко. Вороны проснулись. Доброе утро, вороны. Thank you.
ужин. Опа-на! Чего? Супчик. Баклажаны. Супчик. Я сегодня увидела дельфинов с лодки, они далеко были. Я, короче, вообще не думаю, не одеваюсь, ничего, за ними сиганула. Надо было просто тихий час устроить, и все, я поспал часик. И, короче, я до них, когда уже доплыла, ну, зато доплыла, у меня просто ноги дрожали, руки дрожали, по животу судороги, спина сводит. Да, но оно того стоило, Яна. Но... Яна поплавала в стае дельфинов. Я думала, что если я их не догоню, то я себя уже... Стали быстро, не остро. Остро. Что происходит? Видишь? Слышь, грядет. Что-то. Бананы. Доброе утро, Мальдивы. Вот утренняя зарядка. Это не зарядка, это акваэробика. Ай, молодечки. Деревня просыпается. Ищут ракушки туристов. Это вот они орут. О-о-о-о! Умирающий от голода папочка, от голода папочка. Сережа даже не встал. Заинтервьюировали вчера. Его надо разбудить, он же все время спит. Там трое вышли, еще трое должны выйти. Я их пасы сверху. Thank you.
Под синей рыбой. Кто догонял? А я не видел. Отстрелянный тунец тащит буй в глубину, пытаясь вырвать гарпун из своего тела. Так и получилось с моим первым потерянным тунцом. Поэтому, чтобы не потерять серебряную добычу, я, не дожидаясь всплытия охотника, ушел к рыбе, и как оказалось, не напрасно. Рыба во всю силу тянула буй в глубину, и флажок гарпуна держался уже только за кожу. Ой, кто там приехал? Что тащить? Пришли. Соя соус и lemon juice, please. Clean lemon juice, no sugar, no water. Кто папа этот Серега. Герой? Вместе. Да Серега стрелял. Один гонял, гнал, да. Другой стрелял. Серега, папа держал, Серега стрелял. Сейчас будет мясо. Это неправильно. Миш, ну что, пошли готовить? Куда идем мы с Пятачком, большой-большой секрет. И расскажем мы о нем. А идем мы делать тунца с лимончиком и соевым соусом. Сидится и ругается, потому что вы ушли без меня, и не подождали буквально несколько минут. А я давай догадываюсь по вашим тапкам, которых нет, да? Вон у нас сегодня. Красиво, да? Красиво. Да. Процесс приготовления сашими продолжается. Два шеф-повара и два поваренка. Яна и я. А нам не хватит лимонов. Вы часть рыбы оставьте тогда. Не надо ее, наверное, всю сашими делать. Thank you.
снова в Амаду. Ой, в Мали. Едем в аэропорт.